снег только сошел, на территории городского округа уже зарегистрировано 5 случаев загорания сухой травы. Сотрудники отдела по надзорной деятельности предупреждают, что согласно постановлению главы города, сжигать мусор на собственных участках можно на расстоянии не менее 50 метров от строений под присмотром с соблюдением всех противопожарных норм. Также с 15 апреля запрещено разведение костров в лесном массиве. Нарушение этих правил в случае выявления влечет за собой административный штраф в размере 1000 рублей. Также под запретом сельскохозяйственные палы, как и любое иное сжигание травы на землях сельхозназначения. А с 1 мая по республике вводится особый пожароопасный период. Тогда под запретом окажется сжигание травы даже на собственном участке, а сумма штрафа вырастет в 2 раза. Все случаи сгорания травы и природные пожары подлежат тщательному расследованию.